Здравствуйте, мои подписчики, гости моего канала. Сегодня хочу показать вот этот дендробиум, наконец-то, который у меня расцвел. Я его покупал 2 года назад на Украине. Я не знал, что это дендробиум. И после вот такого, как он расцвел, я ввел поиск, это дендробиум все-таки Нобеля. У него, к сожалению, один цветонос с 3 цветками. И вот видите, у него такие синеватые. Да и такие у него по краям. Здесь видно вот такое. Вот. И желтой кубой. Пахнет он жасмином иногда. К сожалению, вот я как сказал, у него один цветонос. Я долго смотрел один ролик, и в интернете я узнал, что почему, вот видите, он такой худой и длинный, чем другие бульбы, которые уже смощены, которые были на нем. Оказалось, что это недостаток света. И вероятно, вот у него поэтому вот один такой цветонос еще не соблюдение полива. Здесь он дал, он второй рост растет. Ну да, его цветение еще далеко, я думаю. Что я узнал из интернета, что да, что, видно, недостаток света вот повлиял то, что он такой худой, длинный такой, да, не толстый у него этот бульба. Я о нем раньше снимал, он был просто без субстрата, я его держал, пока не появились корни. Я перед тем, как он расцвел, я его все-таки решил субстрат и вот палочку, чтобы смотреть каждый раз, насколько он сухой, потому что я как смотрел в интернете, и каждый раз, ну, чтобы перед поливом субстрат был полностью сухой. Вот такой он красивый. Надеюсь, что он еще будет долго радовать меня. И надеюсь, что следующая бульба, которая вот это раз будет дает, он будет толстый и красивый. И будет весь цвету, когда начнет цвести. Когда я покупал, было всего две небольшие бульбы. Это один и второй. Раз, два, три. Вот это в прошлом году появились. Но они не цвели. Вот так вот. Это вот насчет этого дендробия Нобеля. Еще одна коттлея. Орхидея. Я хочу рассказать. Это вот коттлея. Называется коттлея Конкордия. Это интермедия на Дигбиана. Вот. Я его покупал тоже 2 года назад. Он мне не цвел. Когда я купил, у него было раз, два. И вот третий лист. Этот вот вышел в прошлом году. В этом году он мне дал вот этот. И вот появился цветонос. Он уже готовится к цветению. Вот, у него, видите, огромный цветок, красивый. Какого цвета в интернете, когда я покупал, продавец выложил его фотку цветка. Ну, не знаю, насколько это его или не его. Поэтому не знаю, и как пахнет, тоже не знаю. Вот, хотя вот видите, листок не очень значительный, то есть большой, чем другие. Но вот цветок у него крупный. Вот такой крупный цветок. У него еще здесь есть зачаток почки. Я надеюсь, что после того, как он цветет, и как бы да, после отдыха он выдаст новый лист. Вот. Честно говоря, это первая коттлея. Вообще коттлеи у меня никогда не цвели. У нас, к сожалению, коттлеи не продают. Это как бы мой первый опыт с этим цветком и с этим видом орхидеи. Коттлеи. Вот. Надеюсь, что как он зацветет. Я сделал отдельный ролик, чтобы показать всю красоту цветка этой коттлеи. Спасибо большое.
Кому понравится, может ставить лайки. Если есть вопросы, рад буду ответить. Всем пока-пока.